Дензнаки. Если они ходят в стране, у кого-то их много. А мы их отнимаем. Осталось меньше часа. Все готово. Судя по всему, да. На пол, живо! Молниеносность. Автоматическое оружие. Время! Безупречная точность. Сложность беспрецедентная. Крутые ребята, это точно. Тем слаще вкус победы. Когда возьмем? Боже, когда тебя выпустили? Ну ты что, соскучилась? Осади. Да ладно, Фрик, я заехал обсудить наше будущее. Уникальный шанс. 25-30 лимонов. Мой план, ваше исполнение. С чего нам тебе верить? Звучит вполне реально. Куча денег, Джейк, это наша тема. Ну как, парни, справимся за 3 дня? А что нас остановит? Когда столько бабок шутки заканчиваются, это и так ясно. А не слишком ли большой кусок, Джейк? Что-то здесь не так. Я ему верю. Ты должник. Хочу вернуть свое. Дело время, а денежки врозь. Не мне тебе напоминать. Что может быть проще этой операции? Представь, какие откроются возможности. Подумал, тебе понадобится помощь. Помощь? Если копнешь серьезно, расколешь дело. Они знают план здания, знают охранные системы, готовится что-то серьезное. Они даже не узнают, как их поимели. У нас ЧП! На улице несколько взрывов! Не заблудитесь там внизу, ребята! Большие ставки и большой выигрыш. Единственный вариант. Грабители. Скоро на экранах.